Сладкая душистая дыня – всеми любимый летний десерт. По своей популярности она не уступает арбузу. Дыни появляются на рыночных прилавках уже с конца июня, несмотря на то, что сезон наступит только в августе. Из двух самых популярных сортов дынь – торпеды и колхозницы – покупатели чаще всего обращают свое внимание на вторую, рассказывают продавцы. Эта дыня очень сладкая. Сезон как начинает, она, как можно сказать, как медовый идет у нас. Самый хороший дыня – это колхозница. Продавцы утверждают, что дыню уже можно покупать без опаски. Привозят ее к нам в основном из Казахстана, где уже открыт дынный сезон. И все же выбрать сладкую дыню – задача не из легких. Тут нельзя обойтись постукиванием, как в случае с арбузом. Дыня – это прекрасный ароматный плод, относящийся к семейству тыквенных. Первое, на что покупатели обращают внимание – это ее сладкий запах. И правильно делают. Спелость плода можно определить по запаху, рассказывают специалисты. Корочка спелой дыни должна иметь приятный медовый аромат. Если же чувствуется отчетливый запах травы, плод еще не созрел. Внешний вид тоже имеет значение. На корочке не должно оставаться отчетливых вмятин, как на залежавшихся продуктах. Дыня – это бахчевая культура, которая имеет родство с огурцом. Однако, как показал наш опрос, не все самарцы знают, к чему относится этот ароматный плод. Дыня – это у нас фрукт или овощ? Как вы дыня? Считаете? Да. Мне кажется, овощ. Дыня – фрукт. Да. Скажите, как вы считаете, дыня – это овощ или фрукт? Ни то и ни другое. А что тогда? Бахчевые. Пользу дыни нельзя недооценивать, ведь в плодах содержится витамин А, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота и многие другие полезные элементы. Дыня хорошо утоляет жажду, поэтому ее, как и арбузы, рекомендуют есть летом. Дыни и арбузы, как правило, состоят на 90% из воды. В них также нет ни белков, ни жиров, зато большое количество углеводов, которые непосредственно дают нам энергию. Есть противопоказания такое, как большое потребление арбузов или дынь у людей с сахарным диабетом и преддиабетом, потому что высокий гликемический индекс. У людей с болезнями почек, с мочекаменной болезнью. Солнечная дыня будет радовать любителей сладкого и полезного питания до окончания летнего сезона. Александра Гусева, Николай Сидоров, Максим Гусев. События.